Ну вот, о чем мы сейчас поговорим. Магазинов игрушек в городе много, но только один правильный. Он вас не напрягает. Что это за магазин? Это Орион. Сюда придете и получите радость. Радость от вашего ребенка. А ребенок вам и показывает, куда ехать то. И результат вы знаете. И вот что я сегодня увидел. Я сегодня увидел по замечательному каналу, который транслирует мультики. И в этом мультике была очень хорошая такая особенность, где ребенок ребенку сказал, что молодой человек, это хорошо, когда вы младшие и когда вам очень мало лет, потому что это самая главная штука в этой жизни. По сути, конечно, я бы тоже себя начал чувствовать там 15-летним, может быть, чуть-чуть раньше. Но не получилась такая штука, да? Но сегодня и сейчас, благодаря моему сыну, я себя чувствую тем же самым пацаном того же самого возраста. Но извините, пожалуйста, скоро начнется школа. И тем не менее, мы сегодня вместе с магазином Орион вам покажем, как на школу вы можете себе купить замечательные игрушки. Потому что по-другому не получается. Ваше детство должно быть длинным и счастливым. Теперь, насколько это круто? А давайте посмотрим. Игрушки должны и завлекать в том числе. Кстати, большинство игрушек я в своей природе-то и не видел. Вообще надо понимать, для чего создан магазин Орион. Для того, чтобы и ваш ребенок в том числе начал обучаться. И если у вас будет большое количество игрушек, он начнет обучаться чаще. Честно говоря, моему ребенку 4 года и 5 месяцев. Так он сейчас обучается с теми, они в гости к нему приходят, у которому уже 10 лет и больше. Потому что вы понимаете, что игрушки для него это все, что должно быть. Но тем не менее, вот сегодня, сейчас, в связи с тем, что Новый год начинается, я пришел сюда, в магазин Орион, и честно купил ему глобус. Глобусов здесь очень-очень большое количество, посмотрите. И вот это тоже суперовский, то есть есть глобусы ландшафтные, есть глобусы рельефные. Есть ландшафтный рельефный глобус, я себе купил самый крутой. Вот, если есть у вас другая штука, то есть, вот посмотрите, проектор на дистанционном управлении. В свое время такое было, вот, когда мы туда что-то загружали. Теперь все совершенно по-другому. Там все это дело загружено. И вы просто жмете и потом уже читаете ребенку то, что происходит на вашем экране. Грустно, конечно, было, но было такое. То, чем сейчас занимается ваше чадо, по сути, может сделать гораздо большее. Здесь же в магазине Орион, здесь есть замечательные вот эти штучки из резины, но они разноцветные. Причем не просто обыкновенные штучки, а есть еще и вот такие всякие разные штуки. И вот девчата собирают и моему ребенку дарят всякие такие примочки. Я не знаю, как это делается, но если это популярно, то почему и нет. И в любом случае в магазин Орион придите и посмотрите, сколько их здесь. Сколько вашему ребенку лет? 6 лет, и она уже начинает все это дело собирать. Да, очень любит. А что уже получается? Ну, много чего получается. То есть я вот для своего сына, у меня тут, я лего ему покупаю. А это вот для девочек, правильно? Ну, знаете, вот плетут сейчас и мальчики. И мальчики в том числе? Ой, много. Ну, девчонки помешаны пока на этом. Я помню то самое время, когда у нас был один крытый бассейн. Вот. Но тем не менее, в то самое время из нашего крытого бассейна был такой чемпион мира Санников. Он даже еще и олимпийский чемпион был. То есть в свое время мы очень так шикарно работали, представляете? У нас несколько было олимпийских чемпионов в городе Магнитогорске. Кстати, это очень хорошо. Сегодня и сейчас бассейнов много. И я вам говорю, мальчики, девочки, те, кто побольше, вы о своих детях не забывайте, пожалуйста. Вот об этих маленьких детишках. Если они хотят плавать, да пускай плавают. Если им надо что-то, да вот все, пожалуйста. И маски, и все остальное в том числе здесь есть. И цена-то. Ну, посмотрите, маска плюс трубка. И в пакетике, ну, вот такая штука. Ну, что такое? 135 рублей. Набор, маска, ласты, трубка. 300 рублей. Ну, это даже не деньги, поверьте мне. Это меньше, чем... Я даже не знаю, сколько. А теперь мы понимаем, что мы растим. Оно быстрее и надежнее, чем мы. Оно раньше, чем мы, может плавать и работать с радиоуправлением. К огромному моему сожалению, уже нету людей, которые могут заниматься. Нету людей, которые могут заниматься конструированием моделей. К сожалению, такое присутствует. Но тем не менее, ваш ребенок тоже хочет.
и он хочет вашу машину, чтобы она у него работала на радиоуправлении. И ваш ребенок хочет, чтобы у него катер ездил и на радиоуправлении в том числе. Ваш ребенок хочет замечательного робота, который будет сам работать. И вот это есть в том числе. То есть пока у нас все не очень хорошо, магазин Орион вам это дело компенсирует, и это есть в наличии. И цена-то очень низкая. И никто вам не говорит о дороговизне. Понятно, что с деньгами туго, но понятен результат. Дайте ребенку больше, и поймете в будущем, что он вас не забудет. Я не знаю, что такое уроки труда. Но надеюсь, что уроки труда — это то, что должно было быть. Хотя я прекрасно понимаю, кого вы загоните в школу. Не каждый человек туда пойдет работать. Потому что каждый человек хочет работать на комбинате и получать нормальные деньги. Но надо понимать, что и школы — это то же самое. Только вы работаете с детьми. Поэтому, господа, если вы хотите заниматься с детьми, почему бы и не пойти работать трудовиком? Вот. Либо основа безопасности жизнедеятельности. Только там надо включать голову, потому что иногда такое случается, что там это не очень хорошо. Вот. Но труды не начинаются с первого года обучения, понимаете? Не получается. Так вот, для первого года обучения вот что. Здесь есть в магазине Орион. Это замечательные погрузчики. Их тут много. И не только погрузчики, тут есть вертолеты даже есть. Вау, круто. Ну да, еще самолеты есть. Еще круче. Вот. Паровозы. Экскаваторы. Погрузчики. И все, ты здесь. Я исключительно вам скажу, что вы сделали. Я всю жизнь хотел это дело купить. По одной простой причине. Дело в чем заключается. Как только вы покупаете последнюю штуку, магазин Орион привезет что-то новенькое. Вы купили замечательный FJ Cruiser. А для кого? Для сына своего. А сыну сколько лет? 5 лет 2 августа. В 5 лет 2 августа. И у тебя будет замечательная машинка. Да-да. И, естественно, для тех, кто чуть-чуть выше стал. То есть я понимаю, где-то с 6 класса, когда я был, вокруг меня приносились эти старшеклассники. И у каждого были автоматы. Честно говоря, сегодня и сейчас я думаю, что автоматов в городе, да и вообще нигде нету. Потому что их там отпилить можно и бабахать. У нас такого не было, представляете? Вот, и мы с автоматами работали. Сейчас есть МГшки. Ну, типа что-то в этом роде, но не есть то, что нужно. Вот. Но в любом случае, вы же хотите пострелять, да? И вы должны прекрасно понять, что вам рассказывает старший. То есть, один выстрел и все. Так вот, чтобы были выстрелы хорошенькие, вот они. Нормальные штучки. Стреляют, и вы получаете то, что вы хотели. Ну, вот так это и происходит. И я поделюсь опытом. Сын уже в 4 года и в 5 месяцев прекрасно снимает. Умеет ездить, плавает и понимает папина хобби. Мало того, его не оттянешь от занятий садом. Мало того, он мне нравится более чем те, с кем приходится работать. И все это благодаря Ориону в том числе. И, конечно, как вы понимаете, магазин Орион никогда не был магазином сверхдорогих цен. И, конечно, как вы понимаете, магазин Орион вам это все дело предоставляет. То есть вы можете пойти в школу и в школе сделать что-то вместе с вашими игрушками, и после школы что-то сделать вместе с вашими игрушками. И уж поверьте мне, это будет очень классно.